Всем привет, ребятушки, добрышка, добрый вечер, приветствую на канале Логовом Плей. Ну а мы с вами что делаем? Мы продолжаем прохождение DLC Horizon Zero Dawn. Нет, не Zero Dawn. Нет, не Zero Dawn, конечно, вру. Какой-то вест, короче. Не смогу даже выговорить сейчас. Оказывается, я все-таки в прошлой серии смог вызвать птичку. Маленько у меня ее мочканули, но ничего страшного. А, и теперь летаем. Ух ты. Там рыбку нашли мы какую-то крутую. Так, здесь какой-то острова какие-то такие интересные. Сейчас это я летел. Сейчас мы сможем, в общем, изучением заниматься, летая. Так, ну может и не сможем. Может быть, если птичка улетит, то фиг его знает, что мы сделаем. Сейчас тут спустимся. Летим сейчас вот этот большой остров изучать. В прошлой серии мы вот тут, видите, я на каяке-то приплыл, поизучали. Вот. Кто не смотрел, посмотрите. Было довольно-таки весело. Так. А, сейф с ценными предметами. Отлично. Шикардос. О, я птичку поймал. Кожа опахи есть теперь у меня. О, смотрите тут какой. Большой-большой. Здание под водой. Ой! Я в большое-большое здание. Попаль. Какого фига? Я застрять? Куда это ты заплыла, Элойка? Бум! Башкой ударилась. Естественно. Все, птичка улетел. Ну так я и знал. Хотя нет, вон он. Летает надо мной, но я тут не могу что сделать. Так. Ветку сейчас сюда сделаем. Что туда нам надо поплыть. В принципе. Прячутся враги, да? Ну ладно. Я еще рыбку хочу поймать. Охота на рыбок. Смотрите, она быстрее меня. Ну, естественно, она же рыба. Но я ее все равно поймал. А-а-а. Так, может быть, что-нибудь я сейчас смогу и улучшить. О, а вот теперь насчет врагов вы правы. Морозить ее бессмысленно. Щелкозуб. Ух ты. Как бы тут нам люлики-баба-то не огребсти. Тут еще какая-то вон рыба плавает. Сейчас мы-ка попробуем ее поймать. Какая шустрая, смотрите, как от меня ушла. Ну и нам, в принципе, тоже от щелкозуба надо уйти было. Так что мы все четко сделали. Это лосось какой-то. Блин, мимо проплыл меня, я не смог поймать. Так. Птица, наверное, все уже меня потеряла. Да, птицу я не вижу. Ну, это было ожидаемо. Валим, валим на гелике. Нафиг нам эти приключения не нужны тут. На Бродвее. Так, Бродвей, шучу, это Нью-Йорк. Бродвей, это Нью-Йорк. Не убил.
Ну и фиг с ним. Так, ух ты, пух ты. Морозильный бюрдюган. Ну, я думаю, нам стоит избегать встречи с ним. Так. Здесь лава. Ну, лава такая. Получилось, что я ее оббежал просто. Тут костер. Вот видите, я мимо костра пробежал. Я думаю, что здесь тоже мы сегодня найдем чем заняться на этом острове. Только вот надо бы подизучить его чуток. Как бы я зашел с этой стороны. Ну и ладно. Вот видите, что я уже нашел. Чем заняться. Так, идем к костру. Костер — это перемещение, и это очень хорошо. О, только единственное, что костер-то, видите, как он там, а я тут. Хотя, в принципе, и там, я не там, где надо. Не надо перебраться на ту сторону каким-то образом. Вот бы кто-нибудь меня так толканул хорошо. Вот и бердюган. Здесь ходит. Валим отсюда, валим. Что, на этой части острова ничего нету, что ли? Получается. Только костер где-то тоже тут был. Так, это тоже, это другая часть уже острова. Но тут издалека не видно ничего. Эти-то ходят тут, товарищи, я их вижу. Так, ладно, тут тоже где-то же был как бы костер. Давайте тогда к тому костру сходим. Который где-то здесь. Ох ты, прям на этого нашего. Красавчика. Недоволен он остался нашим поведением. Но это его проблемы. Правильно, правильно. Так, здесь что-то вот есть. Вот видите. Ага. Это мы нашли. Что-то тут еще было. Или это только он один и был. Так, костер, вон он. И ящик там. Да, видимо, так и есть. Отлично. Ох ты, нам подфартило как. Что-то я взял. Подобрал. Отлично, сохранимся. Кстати, в той серии что-то вообще даже не сохранялся ни разу. Как-то так опрометчиво бегал везде. В общем, зашли с одного места, а теперь здесь изучаем. Опа, вон что нашли. И какую-то информацию новую. 6 из 45. Не так уж и много, конечно, но это только начало DLC. Фактически. Ой, бля. Какого хрена? Спалили. Ну, наша цель не драка. Да, наша цель не драка. Скоро она бросит поиски. Ты думаешь? Уходим под воду. Так, а как вот сюда попасть? Так, тут смотрите, что есть. Тут есть вон что. Ух ты, что мы нашли?
Это круто. А, ну да, когда ищет, то нельзя. Нельзя. Этот тут бегает. Идиот. Напугал меня. Ну ты убегай давай. Че, с ума сошел тут, что ли? Носиться. Так, что мы можем улучшить? Давайте посмотрим. Одежду. Это вот, смотрите, та одежда, в которой сейчас я бегаю. Этот снайпер Квен у меня был. Другой. Ну и что тут нужно? Давай. Какой-то светящийся мозгоцвет. Хорошо. Еще надо? Пожалуйста. Пожалуйста. Бабла нету. Да, бабло только будет у меня, когда я продам. Так, а ячейка-то открылась у меня или нет? Теперь вопрос. Сейчас давайте посмотрим. Одежда. Нет, ячейки не открылись. Жалко. Это жалко. Так, не могу я тут сохраниться. Пишет, что... видит меня кто-то. Ну, те чуваки меня и видят, которые спалили на том острове меня. Так, наракопы. А ты тварина, а? Попал. Сейчас где-то вылезем. Вот дубина. Ребятки, быстро вы сдались. Ожидала схватку с вами посерьезней. Отлично. Все вышло, как говорится, не есть лучше. Лучше не бывает, скажем так, точнее. Так, вот там что-то тоже есть. Ну, давайте сходим туда, потом вовнутрь можно. Шикарный выстрел. На похлебку как раз таки сойдет нам что-то. Ящик. Вот ключики нашли от сердца. Шучу, от машинки какой-то. Так, 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 так. Уверена, красильщика это заинтересует. Так это-то да. Нам как-то надо вот туда. Вау, это что такое? Ну что, полетаем? Вот мы нашли еще с вами одно место для... док миссии. А я же говорил, будет оно. Я же вам говорил, оно будет. Защитная дверь. Терминал питания. Так. Питание это вот оно. Только как вот туда пройти? Я туда не могу пройти. Так, мне как-то с той стороны, что ли, надо попасть в ящик. Может быть, да. Может быть, да. Опа-на. Ага, во как. Вот так вот даже, да? Ну вот мы и залезли наверх. И там где-то проход. Вот тут. Вот тут где-то, наверное, я думаю, проход. Ну а там у нас большой-большой мамонт.
Здесь пригодятся электрические снаряды. У меня их вообще нет, этих электрических снарядов. Куда хоть они у меня тут? Выдумывал, что же. О, я же говорил, как нашел что-то. Шел-шел и нашел. Чисто случайно. Да ты что делаешь-то? Так. Да, мамонт тут есть. Мамонт тут есть. К счастью или к сожалению. Тут и есть эти штуки, которые взрываются. Слегла. Так. Ну что, кто-то ищет меня или нет? Ага. Ищет, ищет, смотри, сканирует как. Я долгонога могу приручить, я что-то не помню. Мощно, парни. Мощно. Ой, блин! Хитрить колотить, это что такое? Походу, это мой мамонт. Совершенно верно. А-а-а! Мне главное... с этими маленькими разделаться. Потому что они будут мешать. Все, тут никого нет. Так, мамонт не любит нас, у нас холод, да? Но у меня есть его чем удивить. Блин. Вот он крепкий парень, а. Эх, ты, у тебя там есть чем стрелять меня, да? Злой! Он стал злой! Злой, злой, злой! Хорош! Ха-ха! А я еще тебе кое-что принес. Зимушку, зиму. Хрен ли ты тут в Голливуде. Занимаешься чем не надо. Ай-яй-яй. Хорош. Отлично. Отлично. Сейчас повоюем. Вот и все. Кто говорит мы?
Слабенькие девочки, вот мы какие. Когда надо, мы можем. Фух. Обалдеть. Мне везет. Еще как. Даже не знаю, что тут и сказать. Думаю, нам очень сильно повезло. Что мамонтенок отвлек. Странно, почему-то я опять не могу вызвать птицу на помощь себе. Ну ладно. Так, здесь... А, подожди, ну мы же там нашли уже, что нам делать. Теперь нам надо понять, как это сделать. Так, я же говорил, это я нашел, да. Древний сундук. Там эта фигня ходит. Кстати, где тут проход-то найти? Ну, я типа здесь думал, что проход. Сейчас посмотрим. Сумка забита. Потом заберу из хранилища. Да, конечно. Вообще писи-кейк. Смотри-ка, ну непонятно. Как туда попасть? Я сюда метку сделал. Но тут нет никакого подземного прохода. Который я думал, что есть. Так, надо с этими еще двумя разобраться. Ага, их тут не два. Так, это я... не могу приручить. Да куда ты стреляешь? Опять какая-то фортуна на нашей стороне. Ой. Да-да-да. Выше долго ног. Нет, я мог его приручить. Осталось только добить. Ну, а теперь добить. Мимо. Шею хорошо. Есть, вот сюда я и хотел попасть. Отлично. Так, еще какой-то тут один остался у нас. Чудило. Блин, не один, нифига. А, ну эти-то ладно, пофиксим-то. Слабочки. Пусть тут бегают. Так, теперь мне надо понять, как же все-таки там найти проход. Я тут всего бежал, а прохода-то я и не нашел. Хотя вот он показывает, что здесь какой-то вопрос. Может, все-таки туда тогда сходим? А это один будет решаемый. Один плюс два, как говорится. Один вопрос решит второй. Сейчас узнаем. Ну и там тем более у нас этот, как его... костер. Этих я тут всех больших я мочканул. Надеюсь, они автоматом тут не появятся. О, видите, что нашел? Еще один. Источник данных. Руина одной из лавок. Может, внутри есть еще фигурка? Обвал случился недавно. Поближе. Угу. А, фигурку ищем. Наверное, придавило стеной.
Что он здесь делал? Искал. Визор подскажет. Сейчас визор нам все подскажет. Ух ты. И? Ящик с Карама. Грибнирог был здесь не один. Если Грибнирог нашел что-то стоящее, Скараб утащил добычу на себе. Может, смогу его выследить? Ну, началось. Так, Скараб ушел в эту сторону. Хорошо, ладно. Что-то, короче, мы пошли выполнять. Не нравится мне, конечно, это все. Ну, что делать? По воде. Блин. А, ну тут мелко. Банда-то какая. Обалдеть. Теперь понятно. Один из скандалов пришел сюда открыла. Будет проще осмотреться, если не видите. Ай, ладно, мимо. Да, я протупил, ну а что делать-то? Бывает и на проруху. Так, этих-то что у нас не любят? Воду, 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 воду. Вода есть. В избытке, ребята. Сейчас, ребята, сейчас. Мы же с вами встретимся. Ты еще тут тоже. А ты думал? Пришел на вечеринку, знаешь, что будет жестко. И ты тоже. Куда ты идешь? Ты же знаешь, что сейчас будет больно. Куда я стрельнул? Блин. Я его замедлить хочу. Чтоб он... Мне их не хватило. Да я понимаю, что не хватило. Сейчас мы тут. Я не хочу, чтобы он убегал. О, хорош. Хорош. О, отлично, в попку я ему попал. О! Данкишо! Мимо, брат. Попал. Кто спорит? Я тоже попал. Отлично. 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 Так, а чё мистер Скраб-то убежал? Вот подлюга, а. Свалил. Подставил меня тут только под битву нафиг. А, не, вон он ходит. Зона обитания полуутов, понятно. Я уже это понял, не что вы думаете. О, так тут скраба-то несколько. Офигеть. Сейчас, секунду, ребятки, посмотрим тут внимательно.
Так, иди ко мне, малыш. Электричество мне тут не поможет. Так, их два. Блин, или этого? Этих-то сколько? Тоже два еще осталось. Заглючило? Бывает, братан. Да, а ты думал? Вечеринка сегодня будет хорошая. Нет, эти-то откуда взялись, я понять не могу. Ой, блядь, как они меня спалили. Ну что, опять на гелике сваливаем. Это что такое? Да что за ракеты такие? Ушел. Один ушел. Один выстрел, один ушел. Попали. Попали. Ты, братан, не туда, это. А, это его, гада. Подожди. Этот еще тут малыш прибежал, где он? Или мне показалось? Не-не-не, нифига. Ты давай это, успокаивайся, ты. Не главная цель. Все, отвали. Блин, этот приперся. Сейчас, 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 подожди. Сейчас, братан. Ох, как я четко все сделал. На мой взгляд, было четко. Как на ваш взгляд? На мой взгляд, четко. Ну, как, конечно, с огрехами, но... И без этого. Но фактически-то мы с ними справились хорошо. Тут как пить дать, можно было вообще встрять конкретно. Вон там у ящика еще одна фигурка лежит. Мама, нашли фигурку? Отлично. Ой, какие мы молодцы. Еще одна фигурка в коллекцию. Мамаша Рекс. Давайте глянем. Две уже, да, у нас? Ха-ха, мамаша Рекс. Ага, вот она какая. Набираем код в консоли портала Пангей. Вот, видите, мы молодцы. А тут, кстати, почему-то не показаны они, да? Их тут нету. Так, 2 из 5. 2 из 5, это хорошо. Прям так нормальничко мы побегали. Но при этом... Так, спиральку какую-то еще взяли мощную. Ага, огонь. Ух ты, нифига, какая у меня спираль, оказывается, если я даже не видел. Смотрите, общая защита от всего. Круто. Здесь еще остался, смотрите, ребятки, вот здесь вот у меня какая-то штука. Сейчас надо бы как-то разобраться с ней тоже. Началась темнотища. Темнотища началась. Давайте сохранимся. Давай, давай. Как там попасть нам? Вопрос в этом. О, тут еще тоже ходят эти козлики. Так я же их вольнул всех. Ух ты, 8-й уже. А, это тот, да, тут мы были уже. Фигурку благодаря им взяли. Они что, воскрешают, что ли? Да как так-то, блин, я же с Исполином дрался, они тут были. А, ну, видимо, Исполина я, наверное, завалил. Исполина больше не будет, а вот эти козлики будут.
Хотя нифига и исполин появился. Вот это засадки, ребята, вот это засадка. Так, ну я тогда, знаете, как бы скажу, что... Так, нечестно. Так, нечестно. Так, нечестно. Надо мне как-то теперь пробраться туда. Тут, кстати, тоже какой-то вот остров один. Вот сюда как-то пробраться. Тихо, незаметно. Еще фиг так проберешься, тихо, незаметно тут. Эти товарищи тут везде. Все-таки хочу ж я понять, как там залезть-то. Да работайте, работайте, кто мешает, ребят, кто мешает, ну честно слово. Кто мешает, тот дурачок. Ну не буду я вам мешать. Все чики-пуки, все, вот, работайте. Так, ну вот я в принципе обошел. Вот я в принципе обошел. Да, то место. Угу. Неплохо планирует. Вот оно, да, 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 да. Все, мне тут надо. Защитная дверь. Как-то все-таки мне кажется, что с той стороны. Проход. Хотя я могу и ошибаться. Энергичейка здесь. Я же ее тут не могу нигде вставить. Правильно. Она там должна быть. Вот я ее туда закинул. Может быть, по этой трубе намекает, что я могу залезть. Но вряд ли я тут могу залезть по этой трубе. Ай. Она дверь-то, видите-то, никак не срабатывает. То есть как-то здесь. Вот видите, там вот лестница есть. Там вот лестница есть. И там где-то типа спуск. Ну давайте еще раз попробуем найти. Лестницу. Где тут может быть лестница? Она же с какого-то здания идет. Где-то тут. А-а-а, ёкала-бабай. Вот так вот, видите как. Протупилку я сделал. Ну, а видите, кстати, когда темно, луч стало видно. А вот оно иногда бывает плюс, когда темные время суток, ты можешь лучше сориентироваться. Так. Это ящик. Ящик типа мне сюда куда-то вытащить. А, ящик я для того, чтобы собрать эти лучезары. Все понятно. Хорошо. Да, для того, чтобы собрать лучезары. А, вскрыть. Вот тайник какой мощный. Офигеть. Дадут хоть что-то вкусное? Ух ты, ничего себе. Ткань, элитная скрытность. Лучезаров 5. Обалдеть. Да ты все забирай давай, подруга. Все забирай. 3. Ну вот это ништяк. Я просто отработал. Просто ништяк отработал. Ну вот, видите, еще один остров мы обыскали. Сюда пока еще не сходили. Но тоже стоит сходить. Спирали. Вот, я только элитная скрытность. Повышает уровень навыков тихого копья. Тихое помещение. Я даже такой не знаю, куда его вставлять-то на. Обалдеть. Обалдеть. Честно признаюсь, я даже офигел, малюхась. Ладно, ребятки, я тогда знаете, что сделаю? Я сейчас слетаю вот сюда. Себе
на базу. Пообновляюсь, там всякие, может, новые какие-нибудь красивые одежды сделаю. Ну и в следующей серии мы с вами продолжим прохождение игры. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. До новых встреч. До свидос.